В общем, всем привет. Приобрели вот такой квадроцикл в X-Motors. DBM Cross Hill 300 называется. Сам квадрик, задний привод на цепи. Полуоси, в принципе, у него не особо большие. Но килограмм 250 нагрузку держит. Есть фаркоп у него, можно какой-нибудь прицепчик прицепить. По самому квадрику, квадрик на вариаторе. Очень удобная, я считаю, коробка. В принципе, тянет он неплохо. 300 кубов у него, по-моему, 24 силы. Подвеска у него полностью обслуживаемая. Можно настроить пружинки по высоте. Лебедка вот стоит. То есть, если где-то там встанете. Сам квадрик, в принципе, не тяжелый. Можно и без лебедки справляться. Но, как бы, лебедка здесь не лишняя. Если где-то засядете, можно будет вытащить. Свет у него очень хороший. Сейчас свет вам покажу. Светит он вообще классно даже днем. То есть вот такая вот LED-балка, очень яркая. Очень яркий свет у данного квадроцикла. Приборка электронная тоже идет. Запуск и по ручке, как бы электронное зажигание. Звук не громкий. Сейчас давайте продемонстрирую вам. Работает ровно, тихо. Очень прикольный свет у него. Как бы смотрел квадроцикл для себя, как бы и детям покататься. В принципе, на двух людей он везет без проблем. Места хватает. Есть спинка тоже, как удобство. В общем, квадрик классный, мне понравился. Всем советую приобретать такие же. Можно даже посмотреть что-то и получше. Ну и из ГБМ у них самая максималка, это вот этот кварик. Самый максимальный. 300 кубов, полное оснащение. Как бы самый бодрый, самый интересный. Поэтому взяли вот такой. Все, всем удачи, всем спасибо.